Что Сноудену нужно сделать? Ему нужно уехать или написать, что он уехал в какую-нибудь страну Латинской Америки, а самому работать хакером. Он прекрасный хакер. Я думаю, что любая и спецслужба, и не только спецслужба, любые коммерсанты желались бы воспользовать его таланты и знания. Но что касается позиции нашего государства, то, что Путин озвучил, я считаю, что абсолютно правильный подход, что, пожалуйста, оставайся, но только не вреди Соединенным Штатам. И претензий к нашему президенту со стороны США быть не может. И я считаю, это самая грамотная, самая толковая позиция. А вот уедет он из нашей страны или не едет, я, честно говоря, сомневаюсь, что он вообще куда-то уедет. Но по документам нужно сделать так, чтобы он уехал куда-нибудь. Тогда отношения не будут возбуждены. Я думаю, что именно об этом думает и сам Сноуден.